Привет, ребята. Вы снова на моем канале Ботаник Даник. Я сейчас нахожусь возле океанариума Немо. Сейчас мы пойдем в этот океанариум. Я только что промочился, фонтанчики там есть интересненькие. Сейчас я высохну, и мы пойдем в океанариум. Вот я вам сейчас покажу Санкт-Петербургский аквариум. Видите, в этих аквариумах есть водоросли настоящие. Не фейковые, там никакие там подделочные. Это все настоящие водоросли. Обратите внимание, как красиво здесь. И рыбкам здесь очень хорошо живется, потому что они из океана идут в коралл, как в океане. Им очень хорошо живется из-за этого. А вот, ребят, есть вот такие вот всякие из мультика Немо, видите, похожие такие, вот, например, вот это желтенько, вот это вот сам Немо, а вот это Дора, вот такие вот, и тут очень-очень много всяких разных коралов. Где похожи на вот, обратите внимание, какой сделали огромный аквариум, как будто ты реально находишься в море. И видите, посередине лежит морская звезда. Это очень красиво выглядит. А вот там сверху есть такая рыба, у которой большие глаза. Все в этих водорослях. Да, там есть какая-то. Достаточно, но это не видно.
Ребята, посмотрите, морской еж. Ребята, а вы еще знали, что морских ежов в некоторых странах едят? Еще посмотрите, видите? Тут у них есть такие полосочки белые. И они очень крючие. Если на них человек наступит, то он просто умрет. Потому что они еще плюс к тому, что колючие, они еще и ядовитые. Thank you.